перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу, салам всем девчонкам с Череповца. К вам едет опытный ловелас до голя просто. Эдик Кингста и, конечно же... На День защиты детей мы привели Эдика в парк. И теперь он будет кататься в этом шару. Садись и закрывай ушки. Как маленькому. Тут не глубоко, если что. По привычке. День защиты детей. Ребята, развлекайте своих детей. Эдик, с днем рождения, Эдик, братан, с днем рождения. С днем рождения. О, так же пробеги. Амплитудная. Малыш. Ай, блядь, что за тигр? Мы 140 BPM. Диджей Бирдус. Блядь, ну слушай, они все на самом деле интересные. Короче, я буду сэндвич с беконом точно, 100%. Блядь. Снял? Вот это. Straight up the jungle. Yeah. Is new rap, no mumble. Йоу, чуваки, мы сегодня в Череповце. Играем в покемонов. Я вызываю Никиту к ноунейм. Это я. Ну что ты, блядь, хоть интересное что-нибудь расскажи. Сегодня будет концерт, там будет весело, нахуярить, наверное, немножко. Блять, опять будешь скучно выступать, заебал, или нормально будешь выступать? Я буду разъебывать сегодня, определенно. Точно? А диджей? А, кстати, диджей Бирдус поменял себе, поменял свой ник, он теперь... Бля, они так называть будут, нет! Диджей Сквирт просто. Сквирт. Все, пишем сквирт, комменты, сквирт. Скин сквирт. Скин сквирт. Йоу, чуваки, ну чё вы, блядь, что-нибудь интересное будет? О, всяч, всяч записывает, ой, всяч скидывает всем, салам. О, салам, всяч. Салам, всяч. Да, всяч, Эдик сказал, что ты теперь как мужик выглядишь. Пизда ты коммент. Да, прям такая. Да, Череповец. Красивый город. С красивым озерцом или что это такое? Это приток реки какой-то. Приток реки? Откуда вы, блядь, все знаете? Здорово, соседи. В Осетию, здорово. Рыжему, ржавому привет, чувак, пишет Павел. Ржавому привет. Это кто такой? Не знаю, какой-то чувак написал. Где Антоха? Блять, кстати, чуваки, произошла так... небольшой инцидент произошел. Вчера вот этот парень доголя просто совершил стычку с Антоном Усеповым. И Антон Усепов сейчас лежит в больнице. Мы идем как раз к нему. Мы идем как раз к нему. Навестить. Навестить Антошку. Бро, что делает корифей? Ты сам знаешь, мэн, блядь. Там рифма очень простая, на детей, блядь. Нам, короче, Кила, ты прикинь, корифей бьет детей, бедный Эдик. Бля, Эдик, тут вообще какие-то чуваки тебя захейтили, блядь. Говорит, что, бля, типа, Кила, что делает корифей? Я говорю, типа, ебет детей. Он говорит, ну, чё, типа, Эдик? Чё Эдик об этом думает? Я, знаешь, не вижу этого.
Так это же не хейт, они просто прикалываются, просто хотят быть. Нет, теме. Они типа понебратство проявляют, они такие шутят, как быть, будто это они мои друзья, такое, а на самом деле они все мои враги, кровь, их начинают обычные чуваки. Их покарают, кокоть эти. Бедный рыжий ребенок, чуваки, пишут. Да, блядь, чуваки. Go battle КПСС. Поздравь Эдика с днем защиты детей, Бирдус умеет говорить. Жесть, он крут! Жесть, он крут. Артур, когда будет стрим у Эдика? Когда будет стрим у Эдика, спрашивают. Че, Никитос, давай я тебя подключу. Я тоже типа этот? Да, запускай свою вонючую трансляцию. А можно втроем или четвером? Нет, втроем или четвером нет, наверное. Так, ну давай. Бля, да голя, жесткий тип. Давай, куда? Как? Ну ты просто зайди ко мне в Инстаграм, увидишь, что я даю трансляцию, и просто этот, попросись. А как это? Дай. На, пока попиздись с чуваками. Йоу, всем салют. Смотрите, у нас детская площадка, там, блядь, ракеты. У нас нет ракет, потому что... Давайте, долго, давайте с Никитой долго не разговаривать, потому что Никита пиздец, просто скучный. Так, сейчас подключим Никитоса. Сейчас, секундочку, бро. И типа GoKill, если там типа кручу. Где? Блять, где? О, реально? Гениально просто. Надо реально снять это дерьмо. Так, Никитос. Давай. Да, да, задержка жесткая. Принять, да? Ну, пиздец, Никитос и технологии пишут. Да, Никитос немного в этом плане отстает, но он не инстабой же. Инстабой это я. Всем привет. Здорово, здорово. Бля, и как это работает, пиздец? Бля, в смысле, как это работает? Так и работает. Смотри, смотри, где я себя вижу. Видишь? Ладно. Это потому что я... Всем салют. Привет, дядя Характер. Расскажи им про свою пизделовку с диктатором. Не надо выносить это, типа, чуваки. Думаешь, не стоит? Ну, конечно, блядь, ссоры с губ, потом будут еще что-нибудь писать, потом сам понял. Бля, по-любому. Типа, вот, да, типа. Короче, это, ну, диктатор, ноунейм, зателки поссорились. Зачем это? Блядь, зателки еще поссорились. Просто пиздец. Два, блядь, лоха, реально. Причем была бы нормальная телка какая-нибудь. Ооо, реально. Вообще, да. Короче, пацаны, ребят, мы, короче, в Череповце. Пацаны приехали в Череповец. Небольшая экскурсия, прогуливаемся. За одну тему. Сегодня в баре Менталисте будет концерт 8 вечера. Я же не могу держать это в секрете. Приходите, кому интересно. Челка была не очень, но они вместе накидали стиваса. Челка... Нет, не я. Просто такая ситуация получилась с Антоном, что... Что девушка GoKill запала на нас обоих и пришла. Блять, ум просто такой обманщик, блядь, он вас дезинформирует, просто берет, блядь. Моя телка бы никогда в жизни на них не посмотрела, чуваки. Ой-ой-ой, у тебя нет телки. Пацан, посмотрите на них, блядь, как они выглядят вообще. Она на нас не посмотрела, потому что у тебя ее нет, мэн. Оу, блядь, вот это понимаешь, сука, блядь. Ух, больно. Я так понимаю, диктатор проебал. Рядом. Да, Никитос подключил диктатора. Так, короче, вот так делай. Блять, Никитос, ты подключился, блядь, боки не смотрят. Тебя. Я антихайп, походу. Хайп, реально. Еще свою съемку ведет, видите, да, как все это происходит, типа, блядь. Какой себе парень. На самом деле это все не мое реально. Эти трансляции пиздец. Да. А я только пьяный. Да, я был. Пиздец. Хотел рассказать вам много. Приходите на концерт. Я поведаю. Поведаю все тайны вам. Лично расскажу, поясню. Кстати, чуваки с Череповца. Если вдруг среди вас есть серьезные ребята. Ребята. Пожалуйста, напишите мне в директ. Нужна помощь. Очень срочно. Слишком абстрактный чувак. Да? Короче, да, есть примитивность. Блять, приходится через год, как уявили.
слишком откровенно. Ладно, все, я натранслировался. Увидимся. Все, не хотел съебу, Алина. Уходи быстрее, блядь. Из-за тебя все люди вышли, блядь. Так, короче, стоп, пацаны. Ладно, чуваки, блядь, со всеми рад был попиздеть, потрещать. Давайте увидимся сегодня на концерте в Череповце просто. Идите на меня, подпишитесь! Быстро! Да, и подписывайтесь на диджея Сквирдуса. Давайте. Скидался. Скидался.